В бокалах что-то вроде нашей медовухи. Еда в тарелках простая, крестьянская. Вареная репа, морковь, сметана и мясо. Очень много мяса. Алиска. Из приборов только нож и ложка. Вилок тогда еще не придумали. Кстати, пока все пили и ели, я добилась личной аудиенции с конунгом. Вот только в беспощадности и кровожадности викингов он упорно не сознается. Говорит, не разбойник я, купец. У нас налажены торговые связи с людьми с севера Финляндии. С Россией тоже. Белое море, Архангельск, знаешь? Мы отправляемся туда каждую весну для торговли. Только лишь для торговли, не для грабежей? Нет. В общем, конунг оказался душкой, поэтому мне очень захотелось сделать для его фестиваля викингов что-то хорошее. Скажите, а чем я могу помочь? Я могу готовить. Я могу... Да, ты могла бы помочь нам с рыбой. Договориться о поставках сушеной. На нашем диалекте она зовется торфиск. А на нашем диалекте сушеная треска. Да, сушеная треска. Сушеная треска. Окей. Я достану вам сушеную треску, где бы она ни была. А где я могу раздобыть сушеную треску? В 15 километрах от города Светлогорска в Беларуси на Кургане Славы. С этих рубежей 24 июня 1944 года началась наступательная операция «Багратион». А мы начали...